чудо природы человек. Как благородно рассуждает. С какими безграничными способностями, как точен и поразителен по складу и движениям. Поступками, как близок к ангелам. Почти равен Бог разумением, краса вселенной. Венец всего живущего. Недавно, не знаю почему, я потерял всю свою веселость и привычку к занятиям. Мне так не по себе, что этот цветник мироздания, земля, кажется мне бесплодной скалою. А этот необъятный шатер воздуха с неприступно вознесшейся твердью, этот, видите ли, царственный свод, выложены золотой искрой. На мой взгляд, просто-напросто скопление вонючих и вредных паров. Какое чудо природы человек. Как благородно рассуждает. С какими безграничными способностями, как точен и поразителен по складу и движениям. Поступками, как близок к ангелам. Почти равен Бог разумением, краса вселенной, венец всего живущего. Что мне эта квинтэссенция праха?